Программа «Столица» была реализована по предложению губернатора Магаданской области. Она служит для реализации благоустройства Магаданского областного центра. Так, в Магаданской школе номер 2 ремонтные работы пришли к своему завершению. Реставрировали второй вход в школу из-за большого потока детей, ведь все классы учатся в первую смену. Ну, поток очень большой через старый вход. Там большая проблема была и с гардеробом, поэтому произошла вот здесь некоторая такая реновация. Открыли новый вход, разделили потоки детей, что очень важно сейчас в условиях коронавируса, чтобы они меньше толпились в одной раздевалке. Открыли вторую вот раздевалку, сейчас она у меня за спиной. Мэр города поделился о дальнейших планах на 2022 год. Работы продолжатся не только во второй школе, но и в английской гимназии, в 30-й гимназии и в ряде дошкольных учреждений. В этом году, я думаю, это осуществится. Разработают смету, выделяют деньги, и я думаю, что 1 сентября 2022 года мы уже встретим в такой вот обновленной внешней школе. На данный момент во второй школе обучается 821 ученик. Из них только в первый класс пошло около 93 человек.